Так, у нас 10 вечера. Всем слышно меня хорошо? Не надо добавить громкости. Угу. Отлично. Поехали. Условимся тогда, что мы будем использовать плюс-минус, чтобы не переключать раскладку. В дальнейшем, когда мы будем писать программы, если я что-то спрошу, можете просто писать плюс или минус. Итак, добрый вечер всем тем, кто смотрит этот урок в прямом эфире. Всем остальным добрый день или доброе утро. Кстати, небольшое замечание сразу тем, кто смотрит записи. Смотреть просто так бесполезно, поэтому обязательно повторяйте то, что мы будем делать. Информация сразу не усваивается. Для этого требуется время. Немного о себе. Я программист с 10-летним опытом коммерческой разработки. Начинал с C++, C, с ассемблера. В институте программировал на Perl, Python, баз данных, PHP там было. Постепенно пришел к Ruby. Почему пришел к Ruby, я об этом расскажу. И всех вас, я думаю, можно поздравить. Ну, во-первых, с тем, что вы тут. Во-вторых, что нас где-то около 30, а не 130. Ну, во-первых, будет лучше обучение. Ну, во-вторых, меньше конкуренции на рынке. Чем больше программистов, тем больше... тем меньше будете вы получать зарплату. Поэтому чем нас меньше, тем лучше. Вот. Ну и поздравить надо с тем, что сделан первый шаг. И, кстати, это к вопросу о том, почему нужны программисты. То есть давайте для начала определимся с термином, что такое программист, чтобы мы с вами говорили об одних и тех же вещах. Программист, прежде всего, это тот, кому платят за разработку программ. То есть... всякие разные хакеры, системные администраторы и так далее, это не программисты. То есть наша задача, задача нашего курса, нашей онлайн-школы заключается в том, чтобы вам платили за разработку программ. Неважно там, как это будет, работа или фриланс. Кстати, забегая вперед, скажу, что мы будем решать реальные задачи с фриланс-биржи. То есть есть Odesk биржа такая, на которой я в том числе работаю. И я просматриваю частенько разные задания, и там попадаются, ну, вполне такие простые задачи. Они, конечно, недорого стоят. Вот, но с них можно очень хорошо начать и начать прокачивать свое портфолио на фрилансе. Вот, и я думаю, где-то месяц через 3 уже можно будет и вам начинать смотреть, у кого опыт программирования там или какой-нибудь разработки есть, то может быть быстрее. Вот, то есть моя задача не научить вас теории, а сделать так, чтобы вы устроились на работу. Желательно на постоянную. И уже учились на месте. Потому что учиться можно вечно. И лучше учиться тогда, когда вам платят деньги. Если вам деньги не платят, то учиться самому как-то сложнее. Поэтому будем настраиваться на то, чтобы... скорее приступить к работе. Вот. Ну и второе определение программиста, это я бы добавил тут. Программист — это тот, кто делает программы, несмотря на сложности.
То есть первую сложность вы уже преодолели. Ничего не знаете, хотите стать программистом, отлично. Вот, а те, кто не пришел, следовательно, тот не прошел естественный отбор. И программистом он, ну, возможно, не будет, или будет учиться сам, это также возможно. Вот, и почему нужны программисты? Программисты нужны те, кто что-то делает. То есть нужен такой человек, что называется getting things done по-английски, вот, который готов не только писать код. То есть писать код, я думаю, это где-то не более 50% от того, что нужно. Нужно человек тот, который будет ради компании не только писать код, и у которого будут гореть глаза, который будет с энтузиазмом подходить к работе. Кстати, имейте в виду, когда будете устраиваться, но мы об этом еще поговорим. Так. Что же мы будем изучать? Мы будем изучать Ruby on Rails. Здесь возникает такой момент. Дело в том, что Ruby и Rails – это, ну, как бы две разные вещи. То есть, что такое Ruby в переводе с английского языка? Это рубин. Rails – это рельс. То есть, как бы, есть рубин, есть рельсы. Вот. И также есть и Ruby, и есть и Rails. Что такое Ruby? Ruby – это язык программирования. Придумал его японец. Зовут его Юкихиро Масумото. Он сам язык написан на другом языке, на C. Вот. И Ruby – это интерпретатор. То есть он относится к так называемому классу языков, которые не компилируются. То есть сейчас я на своей работе работаю с Ruby и с C-Sharp. Вот C-Sharp, он компилируется. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны плохо. То есть хорошо это тем, что скорость как бы побольше. Ruby, он немножко помедленней. Вот. Но с другой стороны дополнительный этап компиляции добавляет очень много ненужного вам геморроя. Это билд-серверы, сборки, одна сборка не работает и так далее. То есть Ruby это, ну, если выражаться в терминах Windows, чтобы запустить программу на Ruby, не нужно запускать .exe-файл. То есть есть написанная программа в блокноте. С помощью специальной другой программки она выполняется. Потом я вам покажу, как это работает. Это Ruby. А что такое Rails? Rails возник намного позже Ruby. Ruby появился где-то в 1995 году. А Rails уже где-то вот в начале 2000-х. Rails – это фреймворк для быстрого создания веб-приложений. Ни больше, ни меньше. Этот фреймворк придумали так называемые 37 сигналов, или по-английски, может быть, где-нибудь услышите 37 signals. Компания, кстати, в которой все сотрудники удаленно работают. Вот, они придумали этот фреймворк для того, чтобы быстро создавать сайты. Они разрабатывали сайты на заказ и дошли до такого этапа, когда нужно было ускорить свою разработку и просто чтобы не повторять одни и те же вещи там на PHP там, и так далее. И вот они нашли Ruby и написали на нем свой фреймворк Rails. То есть эта компания, в принципе, она никак не относится к создателю языка Ruby, Юкихиро Масумото. То есть просто отдельная компания придумала Rails. И получилось Ruby on Rails.
Вот, то есть Rails — это всего лишь пакет дополнительный, который написан на языке Ruby. Таких пакетов существует большое количество для любых задач. То есть, начиная пакеты для веба, для графики там и так далее. Для любых целей, в принципе, сейчас есть готовые пакеты. Пакеты, кстати, очень сильно расширяют Ruby. То есть, сейчас практически, ну, можно сказать, что вам повезло. Потому что любая задача, которую вы только можете придумать, для нее уже существует отдельный пакет, который написан, который протестирован. И, в принципе, все, что вам остается, это только его применить. И с Ruby это сделать, ну, довольно просто. То есть Rails — это всего лишь пакет. Мы будем изучать Ruby и Rails. Вот, то есть Ruby on Rails. Также и другие пакеты я вам покажу. Конечно, для веб это есть такой пакет Sinatra, то есть он тоже веб-фреймворк. Sinatra — это пакет, который немножко попроще Rails. Даже не немножко, я бы сказал, значительно. Подходит для разработки веб-приложений вполне. То есть, если вы знаете Ruby, если у вас в дальнейшем там возникнут какие-то сложности с Rails, то вы можете Rails вообще не учить. То есть возьмете Sinatra пакет и сможете вполне найти работу. Я вот недавно, кстати, вакансию видел. Потом вам дам ссылку. Если хотите, посмотрите. Там как раз вот ищется программист не Ruby on Rails, а Ruby плюс Sinatra. И они там так и говорят, для легких и расширяемых веб-приложений, то есть они что-то там делают. То есть Ruby учить не обязательно, если он у вас не пойдет, но я не хочу вас пугать. Там есть свои сложности, забегая вперед, скажу, что создать проект на Rails очень просто, но этот проект будет состоять там, по-моему, из 36 каталогов и 42 файлов. Если я не ошибаюсь, или наоборот, 42 файла, 36 каталогов. То есть вводите просто одну команду, и у вас такой сразу проект. И вот надо как бы, ну не то что запомнить, а надо просто поработать, чтобы вы поняли, как оно вообще работает, и какие файлы для чего нужны. Кстати, если вы зайдете в Википедию, там и введете просто Ruby Programming Language или в Гугле, неважно. Вот вы попадете на страницу Википедии, и там будет написано Not to be confused with Ruby on Rails. То есть не путайте язык Ruby с Ruby on Rails. Потому что как бы это две разные вещи. Ну, не совсем разные, но примерно такие же разные, как Рубин и рельсы. Вот, то есть. Но прежде мы будем изучать Ruby Rails. Может быть, через 2, через 3 месяца. В Ruby очень много всего хорошего есть. И прежде чем мы к Rails приступим, будем изучать также Sinatra. Ну, не изучать, а попробуем написать. Первое веб-приложение у нас будет с использованием Ruby и Sinatra. Что нам потребуется для этого? Для изучения Ruby. То есть для Windows для начала это сам Ruby, потом редактор. Ну, здесь уже кто как пожелает, то есть существуют разные редакторы, я там приводил ссылки, но мы их на этом уроке устанавливать не будем. В основном люди используют Sublime, то есть есть такой редактор Sublime Text, но он платный, там 30 дней они разрешают им пользоваться бесплатно. Кстати, он и под Mac тоже есть. Просто текстовый редактор, но удобный, заточен для того, чтобы
писать программы. Причем не только на Ruby, а вообще на разных языках. Многие программисты на PHP, на Python его используют. И так далее. Ну, то есть альтернативы еще можно использовать Notepad++ такой есть. Редактор. Или встроенный редактор Far Commander. Вот мы будем устанавливать Far Commander. Там есть встроенный редактор. Я потом объясню, почему мы будем устанавливать Far Commander, а не использовать там стандартный Windows проводник. В Far Commander есть хороший редактор с подсветкой кода. Я сам использую Far Commander давно. Наверное, даже больше 10 лет. С тех пор, как он вообще появился под Windows 95. Кстати, почему он называется Far Commander, если кто-то не знает. Раньше в DOS имена... Ну, DOS — это операционная система, которая была до Windows от Microsoft. Раньше в DOS все времена были... все файлы были короткие. То есть длина файла 8 символов, расширение 3. Потом в Windows 95 появилась возможность задавать файлам длинные имена. И таким образом появился Far Commander. То есть в нем можно было работать с длинными именами. Вот, остальные файловые менеджеры использовали короткие имена. Так, еще для Windows нам потребуется Shell утилиты. Что такое Shell утилиты? Shell утилиты — это небольшие программы, которые используются в Unix совместимых операционных системах. То есть в Linux, в macOS и так далее. У кого Mac, там уставить не надо. Вот, а пользователям Windows это потребуется. Почему потребуется? Дело в том, что работа с Ruby — это не только написание программы и ее исполнение. Ruby, в Ruby есть такая вещь, как менеджер пакетов. Можно поставить пакет для какой-то отдельной задачи. Вот, и этот менеджер пакетов, он, у него просто нет графической оболочки. У него как бы текстовая оболочка такая. Он понимает только текст. И вообще многие утилиты понимают только текст. То есть никто им не стал делать хороший там интерфейс, чтобы пользователям нравился. Ну да, просто сделали, что есть вот команда, вы можете ее набрать с клавиатуры, она что-то выполнит, выдаст вам на экран какую-нибудь простыню на пару экранов и завершит свою работу. Или не на пару экранов. Разные утилиты бывают. Почему это сделано? Ну, на самом деле это удобно. То есть... Я вот смотрю, ну, я часто работаю с Windows, поэтому у меня запущен Windows на Mac сейчас. Хотя у меня есть и Mac, и Linux установлен. Просто Windows, если мы делаем много форм различных, то очень сложно потом что-то найти. Если мы делаем консольную, так называемую, утилиту, то есть утилиту в виде текста, то это найти потом очень просто. Просто запоминается команда через несколько раз ее использования, и все. Или записывается. И это намного удобнее. То есть это намного быстрее и без всяких там, как Windows в одной версии один экран настройки, в другой версии другой экран настройки. Нет. В Ruby вы один раз выучите и дальше запомните это надолго. То есть Shell утилиты, они не относятся к Ruby. Shell утилиты нам там тоже некоторые пригодятся, но мы их не будем устанавливать.
просто чтобы вы знали, что они работают с текстом, и мы их потом установим. Ну и сам Far Commander нам потребуется. Будем устанавливать его. В дальнейшем нам потребуется так называемая программа Git. Мы еще этой темы коснемся, может быть, на втором, третьем или даже на пятом занятии. Мы посмотрим, как пойдет. Ruby, ну пока будете, я пока буду говорить такие слова, если вы что-то не поймете, мы потом к этому еще не раз вернемся. То есть пока я буду давать названия, а вы к ним будете привыкать. То есть Git, три буквы. Это программа для того, чтобы хранить на диске разные версии своих собственных программ. То есть, допустим, вы написали первую программу, внесли туда изменения, получилась вторая версия, еще внесли третья версия. И когда у вас много таких версий накапливается, вам нужно их складывать в определенное место. Вот. Но если вы их будете складывать в определенное место, вы забудете там, что вы изменяли, забудете, где вы изменяли. А Git просто позволяет все это видеть в одном месте. Но сегодня мы не будем устанавливать. В дальнейшем вы определитесь со своим любимым редактором, то есть что вам понравится, но на этом занятии мы будем использовать встроенный редактор Far Manager или Far Commander, как он еще называется. Потребуется потом RubyMine. RubyMine — это такая визуальная среда для создания программ на Ruby. Чем она хороша? Хороша она тем, что просто пишете программу, какие-то непонятные сложности возникли, эта среда вам подскажет возможные варианты написания того или иного оператора, например. Также подскажет вам какие-нибудь, сразу покажет вам, где вы допустили ошибку. То есть RubyMine — это просто такой расширенный текстовый редактор, ну, в котором также можно, что называется, отлаживать программы. С отладкой мы потом тоже поговорим. Но в дальнейшем нам понадобится база данных, какая-нибудь SQL, то есть Postgres или MySQL. Есть также встроенная база данных, которая идет с Ruby, это SQLite. Вот. Ну и потребуется оболочка для просмотра базы данных. То есть, как вы видите, здесь такой немного мир за Windows, он чуть-чуть другой. То есть есть основные программы, а есть еще оболочки для того, чтобы с ними общаться. То есть, если есть база данных, то это не значит, что вы установили базу данных и сможете сразу там посмотреть, что у вас в базе данных. То есть, база данных отвечает только за то, что там данные хранятся и обрабатываются. Вот, а оболочка – это уже как бы идет отдельная программа. То же самое и Ruby. То есть, Ruby как бы есть язык какой-то там. Просто так вы его запустите, он просто вам на экран ничего не выведет, и все. Вот, для Ruby нужен текстовый редактор или какая-нибудь среда. Вот, пользователь Mac. То есть сам Ruby у многих должен стоять уже. Вот, если посмотрим там версию, если у кого-то стоит старая версия, мы обновим. Но здесь преимущественно у нас Windows пользователи. И поэтому премиум поддержка будет оказываться адептом компании Microsoft. Вот, а у кого Mac, тот будет обращаться, я буду помогать, если у вас возникнут какие-то проблемы. Ну,
Самое сложное — это сначала установить все, а потом уже будет, в принципе, одно и то же. Дальше терминал. То есть я там ссылку на видео приводил. Запустить терминал. Проверить установку. Будет также там нужен new commander вместо far commander. Какой-нибудь текстовый редактор. Sublime тоже идет. И, возможно, потребуется RubyMine. Ну, то есть, ну, RubyMine, я думаю, мы поставим всем. Они нам должны прислать лицензию. Я им написал, но что-то они пока не присылают. Так бы, может быть, мы поставили побыстрее, но пока нет. Вот. Ну, а так лицензия есть, она пробная, там, по-моему, на 45 дней. Или на 60, или на 30. Ну, вроде 45. Вот.